Батлы по фактам, батлы по фактам. Рилток. Пустил ты талант не на хопчик, а на дуре порошок. Ваш Окси дутая фигура, как стеклянный петушок. Раунд! Лучше я сдохну, ебучим ноунеймом. Все прославлюсь и стану топой. Всем привет, с вами Ресторатор, с вами Ваня Столетов, и после последнего Версуса, мне кажется, как никогда актуально сделать его обзор. Ладно, шучу, конечно же, у нас канал не об этом, никакие обзоры Версусов мы делать не будем, но, тем не менее, захотелось поговорить про критику, про хейт, про разные перепалки, все, что связано с негативом в мире творчества. И Версус — это хороший пример того, как люди друг друга втаптывают в землю. Конечно, они это делают в рамках шоу-программы. Но давайте согласимся, что у большинства из нас вся жизнь — это versus battle. Вам постоянно приходится кому-то что-то доказывать, обосновывать свою точку зрения, защищать свое творчество, свои проекты, свой выбор. И мы находимся под постоянным давлением окружения, начиная от наших самых близких людей — это родителей, и заканчивая просто неизвестными людьми в интернете. И сегодня я хотел бы рассказать вам, как правильно воспринимать критику в свою сторону. На моем фоне вы можете видеть индуистского бога Ганешу. Это бог мудрости. Я купил эту замечательную ткань в Индии на Гоа и решил повесить ее у себя в комнате как символ того, что нужно всегда быть мудрым и взвешивать свои решения. И все, что касается окружения, критики и любого потока энергии или слов со стороны, здесь всегда нужно быть мудрым в первую очередь, как в восприятии всех этих слов, так и в том, что вы отвечаете. Первое, что я хотел бы вам сказать, это неважно, кто вас критикует, что вам говорят и так далее. Помните, что на первом месте у вас всегда должно быть саморазвитие. Чем бы вы ни занимались, давайте возьмем такой пример. Представим, что вы занимаетесь музыкой, вы музыкант, к примеру, певец. И огромное количество людей вокруг вас могут вам говорить все, что угодно про ваше творчество. Что оно плохое, что оно никому не понравится. Либо же вам могут сказать, что вы ничего не сможете на этом заработать. Сейчас и так очень много певцов, куда ты прешься. Это не важно. Если вы знаете, что вы занимаетесь своим любимым делом, если это доставляет вам удовольствие, на первом месте должно стоять то, как быстро вы прогрессируете в этом. И вы должны большую часть своего времени и своих мыслей посвящать саморазвитию, прогрессу, изучению каких-то трендов, изучению того, что в вашей сфере сейчас популярно и востребовано во всем мире. Конечно, конечно, не нужно забывать про критику, не нужно забывать про чужое мнение, но это мнение должно быть обоснованным, и критика не всегда является по-настоящему критикой. И сейчас мы подробнее обо всем этом поговорим. Первое и самое главное правило восприятия критики – это никогда не отрицайте никакую критику, которую говорят в вашу сторону. Зачастую нам, творческим людям, очень обидно, когда про наши работы говорят что-то плохое, говорят то, что мы не хотим слышать. Мы хотим слышать только похвалу в свою сторону. Если я нарисовал картину, я хочу, чтобы все сказали, что я гений, что она просто прекрасна, ее можно вешать в музей. Есть же, наоборот, такие типы творческих личностей, которым вообще ни одна их работа не нравится. Но это уже, как говорится, тема для отдельного видео. Старайтесь быть уравновешенным. Помните, что сколько в мире людей, только и мнений. Если человек сказал про вашу работу, что она плохая, или ее каким-то образом покритиковал, помните, что вам не обязательно прислушиваться к его мнению, что это просто слова, которые говорит какой-то человек со стороны, один из миллиарда людей. И помните, что если кому-то ваша работа вообще не понравилась, на него найдутся еще 100 людей, которым ваша работа понравится. На одном человеке мир не сошелся, помните об этом, и двигайтесь вперед. Второй совет – это не надо оправдываться. Если в вашу сторону идет какая-то критика, не пытайтесь себя каким-то образом оправдать, доказать, что человек не прав, если только это не какой-то действительно весомый аргумент. Но и то я не вижу смысла в этом, потому что дайте человеку высказаться, пусть он скажет все, что он хочет, и какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, зачастую мнение со стороны, оно намного более правильное, более честное, прозрачное, чем ваше собственное. Поэтому, в принципе, практически из любой критики, даже неосведомленного человека, недалекого, можно подчеркнуть что-то правильное и полезное, попробовать взглянуть на свою работу с другой стороны
и действительно в следующий раз сделать ее лучше. Ну и опять же помните, что критика — это не суд. Вы не находитесь на суде, вам не нужно себя оправдывать, у вас нет адвоката, вам не нужно доказывать, что вы виноваты или не виноваты. Просто послушайте и дальше примите или не примите. Все очень просто. Самое крутое, что может быть в вашей творческой жизни касательно критики, это когда в вашем окружении есть человек, который всегда 100% скажет свое честное мнение. И более того, круто, если этот человек действительно разбирается в том вопросе, о котором идет речь. Не нужно обижаться на таких людей. Если у вас есть друг, который всегда вам скажет, что ваша работа плохо сделана или очень хорошо сделана, или он знает, как могло бы быть лучше, всегда к нему прислушивайтесь и говорите ему спасибо. Ваши честные критики — это ваши лучшие друзья для вашего прогресса. Четвертое. Очень важно признавать свои ошибки. Никогда не стоит спорить с очевидным, если вы понимаете, что какая-то работа или какой-то проект или еще что-то сделано плохо. Или даже возьмем банально, что вы как-то поступили в жизни плохо. Никогда не пытайтесь это отрицать, если это очевидно, если это факт. Посмотрите на ситуацию со стороны, и если... Ну, очевидно, что вы были неправы, либо очевидно, что в работе есть какие-то косяки, какие-то проблемы, которые можно было сделать лучше. Признайте это, запишите это на бумажку и в следующий раз сделайте круче. Пятое. Помните, что не вся критика – это по-настоящему критика, и она не всегда правильная. Если в интернете какой-то незнакомый человек написал вам в комментариях что-то такое, что бла-бла-бла, твоя песня херня, твоя картина херня, еще что-то, это убогий дизайн. Если он просто написал, что что-то плохо, это не критика. Критика — это всегда, когда человек обосновывает свое мнение. Например, ты сделал плохой логотип, и он расписывает, что он сделан плохо, потому что применены неправильные к этой тематике цвета, неподходящая форма, стиль устаревший, это не в тренде и так далее. Да, тогда это критика. Если же человек просто написал, что «О, йоу, камон, чувак, это говно», это не критика, это просто, ну, типа, чувак сделал выброс своего мнения в пространство, забейте на это. Также хочется дать немножко советов по поводу самооценки. Не стоит никогда считать, что вы круче всех. Это всегда путь в никуда и путь к деградации. Но при этом не нужно и принижать себя. Есть вот, как я уже говорил, творческие личности, которые критикуют и втаптывают в грязь всю свою работу. Они считают, что все, что они делают, это херово. Никогда не нужно так делать. Нужно просто трезво себя оценивать и понимать, что да, сейчас я нахожусь на таком уровне, если я постараюсь, я смогу вырасти на такой уровень и дальше на такой. И так далее. Просто трезво себя оценивайте. Никогда не ставьте себя выше других, но и никогда не говорите, что вы плох. Вы всегда находитесь в прогрессе, если вы работаете над собой. Иногда может с вами произойти такая ситуация, что вы скажете: я делаю хорошую работу. Зачем мне стараться делать ее лучше? Я дорос до какого-то уровня, я буду оставаться на нем. Это не совсем правильный подход. Нужно всегда продолжать прогрессировать. Предела совершенства нет. Если вы будете просто стабильно выдавать работы определенного уровня, на котором вы выросли, вы будете, ну, хорошим, качественным ремесленником, но вы не вырастете до высокого профессионала. Помните об этом. Отдельный выпуск на канале я посвящал окружению, но я еще раз напомню, только с правильным окружением вы будете расти только вверх и вперед. Если вас окружают люди, которые вас необоснованно критикуют, говорят, что вы делаете что-то неправильно, идете не той дорогой и вообще не понимают, что вы делаете в принципе, например, зачастую у многих людей это родители, они не понимают, что вы делаете, зачем вы это делаете и просто не в теме. Меняйте окружение, уходите из дома, я в этом убежден. Ну и, конечно, немножко про хейтеров. Хейтеры — это самые бестолковые люди в мире. Никогда не нужно слушать негатив в вашу сторону, особенно тот, который скапливается в интернете. Если у вас куча комментариев, где пишут «это херня, ты скатился, все так ужасно и бла-бла-бла», конечно, редко ВКонтакте такое что-то пишут про какие-то творческие работы, больше это относится к Ютубу, но тем не менее. Или в жизни, например, если вам говорят что-то плохое, необоснованное, забейте. Единственное, что я вам скажу, хейтеры — это признак того, что вы востребованы и что вы прогрессируете. Ну и в завершение я скажу самое главное, с чего я, в принципе, начал. Неважно, кто и что говорит. Это ваше любимое дело, и это самое главное, о чем вы должны помнить. Отдавайтесь ему всецело. Если хоть один человек из 8 миллиардов людей на планете оценит вашу работу по достоинству, все было не зря. Всем большое спасибо за просмотр. На экране вы видите пару видосов, которые можно еще оценить и посмотреть. Там тоже много полезного. Также не забудьте подписаться на канал и перейти в мою группу ВКонтакте, где много полезных статей и материалов. Ссылка будет в описании. До скорых встреч!